Продолжаем выпуск. Экс-аким Карагандинской области признался в суде, что оговорил бывшего премьер-министра Казахстана Серика Ахметова. Бауыржан Абдишев уже попросил суд аннулировать его признательные показания, данные на следствие, поскольку они были сделаны под давлением. Между тем, суд отклонил прошение адвокатов бывших руководителей Караганды и Карагандинской области в смягчении меры пресечения, оставив обоих под стражей. В данном случае имеются очевидные факты, говорящие о том, что мы вообще рассматриваем и ведем производство по делу, которое вообще не должно производиться. То есть это вопрос недоказанности, недоказанности. Адвокаты бывшего премьер-министра Казахстана потребовали снять с него обвинения в растрате бюджетных средств и в злоупотреблении должностными полномочиями. В общей сложности Серик Ахметов обвиняется по 6 статьям Уголовного кодекса. Ахметов продолжает находиться под домашним арестом, в отличие от 7 фигурантов дела, которые содержатся под стражей. Всего у 21 подсудимого около полусотни адвокатов. Интересы самого экс-главы правительства представляют 6 правозащитников, одним из которых стал брат Ахметова. Начало основного судебного процесса назначено на 10 августа. Уже известно, что процесс будет проходить без участия присяжных заседателей.